Твери налоговые органы начали предоставлять населению новую государственную услугу. Речь идет о квалифицированных сертификатах ключей электронной подписи. Что это такое и как их получить, расскажем в следующем сюжете. Предприниматель Антон Морозов за своим сертификатом ключа электронной подписи пришел в межрайонную ФНС России номер 12 по Тверской области. Данная услуга здесь предоставляется с 1 июля этого года и уже пользуется большой популярностью у граждан. В период пандемии это довольно удобный инструмент для электронного документооборота. Получил подпись в течение, наверное, 15 минут. Процедура совершенно бесплатна. Напомним, сертификат ключа электронной подписи – это документ, несущий информацию о владельце. В открытом ключе зашифрованы данные о статусе владельца, реквизитах и полномочиях. Сертификат подтверждает принадлежность ключа конкретному лицу, отвечающему за его применение. Если раньше получить КЭП можно было только в специализированных организациях, то теперь услуга доступна и в налоговом ведомстве. Для получения услуги в удостоверяющем центре ФНС России необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность СНИЛС, сертифицированный носитель формата USB тип А, имеющий сертификат соответствия в СТЭК России или ФСБ России. Его можно приобрести в налоговом центре. Более подробно с перечнем необходимой документации можно ознакомиться на сайте налоговой службы. Запланировать получение бесплатной государственной услуги можно на сайте ведомства через онлайн-сервисы «Запись на прием в инспекцию» или личный кабинет налогоплательщика на сайте www.nalog.gov.ru.